Сегодня у нас 12 марта, и вот первые выскочки, кедрики пошли прорастать. Ставил я их на стратификацию после Нового года. Сейчас ворошу еженедельно, вот так вот выглядят. Этот можно сразу посадить будет. Эти только расклюнулись. Кедрятки. Сейчас еще раз посмотрю. Вот так еженедельная процедура насыщения кислородом выглядит. Нет, наверное, это все. У меня первый раз так, чтобы в начале марта, обычно все-таки, ну, где-то в конце апреля начинают прорастать. И при условии, что ставил даже я иногда на стратификацию в декабре. Так, теперь наша задача. На тряпочку. Тряпочку предварительно обшпарить кипятком от микробов. И поставим сейчас это дело на подоконник. Так, ну вот, перешли мы теперь на подоконник. Вот этот кедреныш, у него довольно хороший уже отросток. И мы его сейчас посадим. Сажать будем в такие горшочки. По-моему, они 0,5. Находятся в кассете. Просто потому, что у меня эта кассета осталась. Так я обычно сажаю вот такие пластиковые стаканчики. Они получаются подешевле. И на первый год очень хорошо корень в них чувствует. Объем как раз до низа достает. В них надо сделать 3-4 отверстия снизу и отверстий 5-6 по боковой части, в нижней части, чтобы поступал кислород. Где-то примерно вот в этом месте. На низ можно кинуть маленечко мха, как аккумулятор влаги, но остальное земля. Здесь у меня сейчас земля покупная, в перемешку с агроперлитом. Так, берем карандашик, середину. Тыкаем, берем орешек, отростком вниз, вставляем аккуратненько и вот так вот со сторон обжимаем, чтобы прижать корень. А то бывает такое, что корень не прижимается, он не зацепляется, и при росте вверх он просто выходит вот так вот вверх, потом переламывает и падает. Здесь орешки мы просто закрываем и поддерживаем влажную среду. Следующий прорастает, сажаем. Так выглядит 10-дневный кедрик. На 15-й день после посадки первый кедрик скинул орешек. Так выглядит после скидывания орешка кедрик. 6 апреля. Вот так у нас выглядят кедры сибирские. Здесь вы видите, 3 уже скинуло, орешек скинули. Здесь вот 3 кедровых стланника. Ну и здесь тоже выскочки везде выходят потихонечку. Общий итог у меня уже за 20 штук прошло, проросло. А вот самый первый.